Хей, йога, и с вами Шимки, мы продолжаем ради игру под названием Dark Souls Remastered. Короче, продолжаем. Здесь у нас жопа происходит, на самом деле. Я не знаю насчет иллюзорных стен все же, потому что я залпом снимаю, как обычно. Поэтому я потом посмотрю, чё да и как. А знаете, что это за место? Да, это место там, где я мог пойти, но нет, я не пошел, потому что здесь дохера этих лизней. Так, еще у нас сюда есть проход. Большая секира. Что у нас по секирам? Паучий щит, видите, мне их два. Большая секира. 32 нужно. Ничего себе. Это, скорее всего, двуручный. Так, это секира. Настоящая железная громадина. Она такая тяжелая, что раскидывает врагов. Но чтобы орудовать ей, нужна нечеловеческая сила. Промах делает воина уязвимым, а каждый удар требует усилия всего тела. Ну да, смотри, в принципе, 32 нужно для того, чтобы в одну руку было. Поэтому... Не, нахер надо. О! Ну блин, я знал. На самом деле. На самом деле я знал. Так. И вот эти падающие трупики, они пугают. Здесь нужно внимательно смотреть. На воду. Если вода падает, значит здесь можно упасть. Что-то я этого челика вообще не помню. Ладно, получай по шляпе. Видите, тебе нужно как-то наискось стрелять, чтобы типа ему попадать. Привет. Отлетаешь. Ой. Воу. Так, а фляги беречь лучше стоит. Здесь у нас босс. А тут маленькая мышь, которая обманывает. Могла бы нас сюда привести. Так, а я не помню на самом деле крысы вот эти. Почему я сюда пошел?
почему я вообще сюда пошел? Ладно, давайте тогда дальше сюда пойдем. Только не сейчас не направо, а дальше-дальше. Эй, подождите, или я дальше-дальше и был? Да, я походу дальше-дальше и был. На, сейчас посмотрим, что тогда здесь. Типа, сдохнем-сдохнем, у нас все равно этот есть. Какого хера? Большой осколок титанита. И здесь спуска нету. Ну, тогда все понятно. Тогда мы возвращаемся, ребята. Значит, я все-таки помню хорошо карту еще тогда. Ну, да, понятно, что я не все помню отлично. Ну, хотя бы что-то. Я просто не знаю, насколько мне еще попыток заберет босс этой локации. Куда я вообще иду стоять? Что-то я опять заблудился. Ага, все. Кажется, вспоминается. На самом деле у нас два варианта. Либо мы босса убиваем, либо мы босса не убиваем. Сидит эта херня. Я не... А, скорее всего, я буду юзать, да? Спел. Здесь, получается, он тоже сидел, а вон, видите, оно под этого торчит. У нас еще вот сюда есть проход. А здесь у нас торговец. Приветствую тебя. И хорошего тебе дня. Я Доминил из Зены. Можно сказать, что я торговец. Я обожаю амулеты и дикой вины. И готов меняться на них. Поговорить. Хм. Боюсь, я ничего здесь не вижу. Что, слепой у нас? Золотая смола. Заряжает оружие в правой руке молнией. Так, прямой меч кристалл. Требует душ 4К. Как раз мы можем купить. Нафиг надо, ну, потому что тут прочность 60, их чинить нельзя. Кристальный щит тоже самое. Там можно описание прочесть? Полностью кристальный прямой меч. Каким образом было создано такое оружие, неизвестно. Кристаллизация повышает наносимый урон, но делает клинок хрупким. Таким мечом невозможно пользоваться долго, так как его нельзя починить. Поняли. Полностью кристаллизованный большой меч. Каким образом такое оружие, неизвестно. Кристаллизация повышает наносимый урон, так как его нельзя починить. Полностью кристаллизация, такое оружие неизвестно, кристаллизация повышает защиту от урона, но делает их щит хрупким. А таким щитом невозможно пользоваться, понятно. Везде одно и то же. Стрелы. И доспехи мудрого. Необычный шлем из древней области Зена. Где родина, любопытный купец, Домнал. Два рога символизируют мудрость. Так, необычный доспех из древней области Зена, где родители... Так, где родитель любопытных купец... А, где родился родитель? Где родился любопытный купец Данлин, так. Рассыпи медалей символизирует славу. Золотой... Так, браслеты символизируют победу.
Необычные сапоги, образ, так, где родился, это там. Серебряные кольца символизируют жажду исследований. Ага. Ну, оно стоит тоже, знаете, такое. Не очень. Давайте, короче, я на все денежки куплю себе стрелы. Я за десятку покупал все. Блин, а тут было за трешку, ё-моё. Давайте я длинных куплю. А, хотя не надо. А, хотя не надо. Ладно, сделаем так. Блин, а у тебя еще что-то есть полезное? Стой. Пускай я куплю три штуки. У тебя только три? А, у тебя только три их. Стой, я продал? Нет. То есть что-то просто не врубился, почему они пропали, почему они не бесконечные. Давайте, короче, длинный стрел куплю. 32 штуки, я думаю, будет достаточно. Хотя, блин. Пипец, оно... Или 162. 162. Все. Спасибо. Хороший обмен. У меня так, причувствую, что мы с собой еще встретимся. И, конечно же, снова выгодно поменяемся. Хорошо, что у тебя хорошие выходы. Открыть, заперто. Вот нам нужно туда попасть. На самом деле, мы вообще эту локацию должны были пропустить этого босса. И пропустить локацию нижнюю. Почему? Потому что у нас с вами отмычка есть. То есть мы с вами вообще можем сюда и не идти. Могли даже не идти, понимаете? Но... Но. Стоять, возвращаемся. Я человечность могу сейчас освободить. После освобождения человечности я могу себе это сделать. Солнышко наше прислать. Призвать. Поэтому быстро обратно, к костру. У меня как раз две человечности на руках. Хорошо. Обратить опустошение, да. Блин, вот знаете, в чем мне не нравится первый Dark Souls? Тут нету телепорта. Поначалу. Он только дается в середине игры, когда мы с вами два колокола позвоним. Божечь. Все, изи. Изи, фляги. Что, 10 фляг? Этого должно быть достаточно. Жалко, что я так босса не смогу убить. Он сюда идет, ну нахер. Подождите, а почему... Так, а почему у меня сразу 10 фляг? Так, вот это я сейчас момент не понял. Там же нужно было раньше ваши... Я чего-то забыл. Походу, да, я что-то забываю. Знаете, что я забываю? Угадайте. Оружие починить. Оно же там доспехи, оно же все ломается. Вот что я забыл. Так. На эти души постоянно, если будем умирать, убивать, будем после этого покупать этих. Купить предметы. Будем закупаться стрелами. Давай пока. Так, 10 флях, хорошо. А плюс мы с вами человек. Пипец, я похож на ламазу какую-то. Так, 10 этих у нас. Хорошо. Я смотрю, чтобы тут ничего не валялось. Dark Souls — это такая игра, где нужно все лутать и все искать. Везде может валяться все, что мне нужно. Надеюсь, за эту серию мы босса убьем.
Вот то, что я вспоминаю свое это прохождение вообще не по записи. Или то по записи было, я уже даже не помню. Там я этого босса бил 2 дня, ребят. Поэтому, на самом деле, так, тяжелый арбалет. Не нужно будет удивляться, если я сейчас сдохну. Так, рыцарь Солен, да. Призыв, призыв, призыв. Блин. Восславим солнце. Погнали, идешь? Погнали. В путь. Ой, босик. Вот это, мне кажется, самый пугающий босс по внешнему виду. Типа, знаете, такая маленькая головка, да, такой дракончик. Потом он такой вытягивается. И ты понимаешь, что это босяра. Здоровенный. Или это... Не, это дракон. И как он выглядит. Чисто зубов сколько, все тело из зубов состоит. А вот на самом деле я не помню, как его тактики против него. Помню, что нужно убегать. О, все. Пол дела сделано. Ой, у меня ногой прижал. Ой. Солер, живи. Так, он походу взлететь хочет. Или нет? Да. Я не помню, что это он делает. Она блюет. Я молодец. Воу, воу. Оу. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Солер, жалко Солера. Жалко Солера. Жалко Солера. Жалко. Он мне дал бы медальку. Ключ от Чумного города. У нас, если что, Чумной город был уже открыт. Или нет, я не помню. 25 тысяч. Изи. Так, сейчас мы пособираем шматё. Ну, как вы видите, да, классненько у нас все проходит. Обычный шлем. Обычное все. Вот это раньше не было, вот это вот. Харчков. Тут, короче, пропасть. Тоже нужно быть осторожным. Помню, один раз я грохнулся отсюда. Этого врага, блин, так я с первого раза, это еще я помню, понимаете, мышечная память. Вот как все это делается. Память. Что значит память? Я помню, врага можно было еще застопить. Ну, типа, застанить. Когда он, типа, в стенку бежит, головой бьется, и все, он, типа... Пац, и все. Он не подвижен. Так, сюда, да, мне? Нет.
Походу наверх. Ну, если что, я схожу, сразу сохранюсь. Жалко Солера, конечно. Хороший парень был. Но, увы, увы. Я что-то заблукал. Я заблудился. Так, все, нет. Нашел выход, все нормально. Зашибись. Все отличненько, все круто. Бац. Сейчас пойдем прокачаем себе хпшечку. На самом деле я бы себе урон прокачал. Ну ладно. Главное, что мы убили дракона. С первой попытки. Что очень странно. Может, у меня скилл уже... На самом деле, я не очень далеко проходил. До паучихи только, и все. А, не, подождите, я проходил еще нарисованную картину. А я убивал двух братьев. И... Ну, игру я сам не проходил. Я до конца не проходил ее, типа. Я только, кажется, убил двух братьев. И я застрял на... Короче, знаете, там летают гаргульи, и, типа, лучники большие такие, рыцари, они мешают, типа, пройти, и, типа, я там не мог, типа, на крышу, они постоянно меня сбрасывали. Хорошо. Давайте похоп... Я могу 3 левела вкачать, хорошо, это отлично. 3 левела это очень отлично, на самом-то деле. Выносливость, подождите, соточка будет. Плюс у меня стойкость. Да, стойкость это на стамину. Ловкость, что это у нас? Урон. Оружие. А где у меня урон? Вот это, да, кажется, урон? Что у нас сила? Защита. Урон только на 3. На единицу, на 3. Вообще ничего такого не дает. Поэтому выносливость... Так, я бы вот это еще вкачал. Чтоб мне ячейка магии была, я бы купил себе это волшебство. Я такой думаю, нахер оно надо? Я лучше вон. Или... Одного хватит. Одного хватит. Затан пускай будет. Ну и все. Все. Отлично. Отлично. Пока у меня есть человечность, это еще один плюс. Большой плюс. Жирный плюс. Оп. 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 Бац, бац, бац. Они довольно жесткие, как враги, потому что они могут эффектно наложить на меня. Так, у меня 2000. Так, купить предметы. Купить предметы, и мне нужно закупиться стрелками. Давайте эти купим. 42 стрелы. Или этих на максималку. Давайте все. Теперь покупаем только next стрелы. Так, и чумной город. Мы открыли. Ворота. Давайте немного по чумному гроту. Городу. Так, как сразу это меняется. Здесь светло, светло, а потом... Только чисто, вот только проходим через деревяшку. Все. Темнота. Жуть, страшно. Страшно, вырубай. Так, я не помню, а что здесь? Есть какие-то вещи? Ну, там, кажется, были. Здесь, на самом деле, главное не упасть. Падение равно смерти. И очень серьезной.
Да, сейчас будет, короче, жесткое прохождение дальнейшей игры. Во-первых, вспомни, где что. Мне нужно, знаете, узнать. Ой-ой-ой. Кого я могу парировать, а кого нет. Вот скажите, разве то было его видно там? Так я бы пожадничал. Опа, пирожок. Опа, пирожок. Флягу юзаем. Я на самом деле не помню. Блин, кажется, я не могу их парировать всех. Давайте я попробую. А не, если я могу бэкстепить, значит я могу и парировать. Хорошо, значит делаем все осторожно. Что, с альтухой залететь? Изи. Большая душа. Я не помню, в чем здесь была сложность. Ой. Так, мне все-таки нужно будет прокачать потом. А, ну убивая с двух. Хотя бы. Вот видите, типа, он меня пуляет. Хотя я его даже не вижу. Вот. Давай. Ладно, я хотя бы, у меня хотя бы стамины хватает, чтобы их убить. Хм. Да, меч хорош. Меч это хорошо. Так, знаете просто в чем здесь сложность еще заключалась? Фу, тихо. Пускай он там стоит. Сложность еще в том заключалась, что вот эти херовины, которые плюются в меня. Да? Они, как тебе сказать, ничем не защищаются. А хотя я соврал. Я соврал, ребят. Сейчас я их убью. А щит, который мы подобрали. Ну, это потом, когда, типа, найдем врага хотя бы такого. Ага. Ты что, там с куклой ходишь? Вау! Слышь? Ты чё с манекеном ходишь? Это манекен. Я не знаю, зачем он с манекеном ходит. Дурачок, наверное.
На самом деле здесь еще вот враг это темнота. То есть здесь темно пиздец. И нужно еще как-то куда-то идти. Ты не понимаешь куда, потому что любая не туда наступи, и ты сдох. То есть тут тоже, знаете, такие вот моменты в игре. Так, я костер вижу. Я вижу костер. В тот же момент я вижу, куда я не должен идти. Рискнем? Я не знаю, там можно, короче, перепрыгнуть. У меня такое предчувствие, что я перепрыгну, но я сдохну. Потому что я не перепрыгну. Давайте попробуем. Окей. Окей, круто. Я не перепрыгнул. Круто, тень. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.